Сегодня на повестке дня, кажется, сбор урожая. Картошка. Фу. Даже Антоха собирается. Чего они там забыли? Привет. Доброе утро. Ну все, сдаю пост. Подожди, а ты куда собрался? Как куда? На картошку. Подожди, на какую картошку? Сегодня твоя смена. Придется поменяться, Тох. Это еще почему? Ну, потому что так решила Зоя Захаровна. Она мне вчера позвонила, было поздно, я уж не стал тебя будить. Сань, ты Тох. Что, совсем что ли? Тох. Ку-ку, а? Тох, я все свои дела отложил. Тох, у жены отпросился, ребенка в цирк не повел. И вообще, кто она такая? Пускай директор решает. И почему какая-то простая учительница? Ну, почему? Нет, она не простая, Тох. Она заслуженная. Добрый день. Доброе утро, Зоя Захаровна. Доброе утро. Антоха, он вместо меня хочет поехать. Как это? Подожди. Мы с тобой договаривались. Ну да. Ты мне нужен. Да. Где он? Кто? Чернов. А, не знаю. Плохо, Саша, плохо. А я, понимаешь, за Черновым следить обязан. Ты-то к нему лояльно относишься, ты не подойдешь. Так что извини, брат. Бедный Чернов. Тоже мне надзиратель заботен. Прям НКВД какой-то. Вы куда? Он со мной. Вообще-то посторонний вход воспрещен в школу. Слушайте, мы ненадолго, мужики. На самом деле. Если что-то случится, я не виноват. Это твоя смена. Ну, Тоха. Я вообще не понимаю, почему сотник-то не едет? Золотой молодежи не до картошки. Ну, не приучена к работе. А я приучена? В грязи копаться. Ничего, отмоешься. Хорошее дело делаем. Детдомовцам помогаем. Доброе утро, класс. Доброе утро. Здравствуйте. Садитесь. Так, по-моему, все в сборе у нас, да? Ага. У нас автобус уже пришел, и мы уезжаем через 15 минут. Людмила Викторовна? Да. А почему Андрей Сотник не едет? Андрей, он заболел? Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Марина. Так у нас же сегодня нет уроков, мы же уезжаем. Да, я знаю. Можно я с вами поеду? С нами? Так, ну, вы же не можете... Брать с собой обузу? Зачем? Помолчи, а. Так, тихо. Мариночка, конечно, вы с нами можете поехать. Для вас найдется место, потому что у нас Андрей болен. Вы проходите, садитесь. Спасибо. Угу. Так, теплые вещи мы взяли? Взяли, молодцы. Хорошо. Я напоминаю, мы помогаем детскому дому. Здрасте. Олесь, можно тебя на секундочку? Так вы же говорили, что он болеет. Да, он болеет, у него там что-то со спиной. Он не может, человек нагибаться, копать не может. А Марина вот пришла. Извините, я сейчас. Да, пожалуйста. Так. О, привет. Привет. А мы сегодня на картошку едем. Мы
Вы с нами? Естественно, я даже рюкзак собрал. Покопаем. Здорово. Ну, до встречи. Не понял. Ярослав! Ярослав! Что тебе? Слушай, давай по тормозам ударим. Ну что, в машине? Ну ладно, хватит. Прости, я был неправ, когда сказал, что у нас с тобой что-то было. Ты был совсем неправ. Ну прости меня. Давай ты не поедешь ни на какую картошку. Я что-нибудь придумаю, я тебя отмажу. Мы проведем время вместе, а? Что скажешь, детка? Какая я тебе детка? Ну ладно, прекрати. Я же извинился перед тобой. Как-то ты странно извинился. Меня такое отношение не устраивает. Смотри, сейчас уйдешь, потом не вернешься. Ты меня пугаешь, что ли? Андрюш, не страшно, честное слово. А что ты с этим гопником таскаешься? Молодой человек, не плюйте, пожалуйста, шелуху на пол. Не будьте свиньей, вы все-таки в школе. Что это было? Ничего, не парься. Ты как бы это, за девкой своей следи. Совсем эти школьники оборзели. Так, а куда ты собрался? На картошку? Ты не едешь? Нет, я не еду, и ты не едешь. К нам сегодня машина должна прийти с продуктами. А я не знал, жаль. Ты думаешь, я не понимаю? На картошку едет Олеся. Да при чем здесь Олеся? Я так еду, развеяться. Знаешь что, давай так. Ты машинку разгрузишь, а в следующий раз я тебя выручу. Нет, так не пойдет. Ну что значит не пойдет? Я сейчас на автобус опоздаю, Слава. Давай-ка монетку кинем. Давай в другой раз. Слушай, мне тоже Олеся нравится. Если я тебя отпущу, ты сможешь воспользоваться своим шансом. Короче, либо мы кидаем монетку, либо никто не едет. Я все сказал. При чем здесь Олеся? Ну ладно, давай. Я орел, ты решка. Договорились. Момент истины. Ну хорошо, никто никуда не едет. Я здесь один, я останусь. Машины приедет, никого не будет. Нас обоих уволят. Брат, мы договорились. Что договорились? У тебя даже рабочей одежды нет, а домой ты не успеешь. Благо у нас размеры одинаковые. Машина будет в 5, не проворонь. Надо было на решку ставить. Будет ему урок. Я не кукла, чтобы так со мной обходиться. Привык, что ему все достается. Правильно. Приревновал к буфетчикам. Они, кстати, нормальные ребята, не то что некоторые. Вот именно. Добрые, положительные, без этих всяких там. Это точно. Что ты поддакиваешь? Привет. Девчонки, вы на картошку? Когда отправление? Нет, знаешь, это у нас так модно одеваться. Ладно, встретимся в машине. А Вячеслав едет? Вячеслав — это я, а Ярослав не едет. У него много дел. Извини. Ничего. Ну, мы не опоздаем? Да, думаю, нет. Молодец. Так держать. Ну что, колхозники, транспорт прибыл, загружайтесь. Алло, тихо, внимание. Я еду спереди, сзади меня укачивает. Конечно. Вперед! Удачно поработать. Да не подведем, Антон. Олеся, давай я тебе помогу. А, давай. Да. Пролетел ты со своей Оксаной. Олесей. А какая разница? Слушай, а давай-ка к ним вечерком зайдем. Ну, не знаю, у меня еще дела кое-какие есть. Хотя можно приколоться. Ты че такой хмурый, эй? Девку найти никогда не проблема. Ну, хочешь, я с Люськой договорюсь? Она сейчас на мясном работает. Можно в кредит. Не хочу. Ну, как хочешь. Что за мутный чел с сотником бродит? Ладно, что еще в нашей школе интересного? Что-то не то с нашим Яриком. Привет, я у тебя тут поработаю. Привет.
А что это делаешь, Чиж? Инвентарные номера проверяю. А что у тебя лавка из коридора делает? Не знаю. А с какого она этажа? Я не понимаю, почему ты мне эти вопросы задаешь? Слушай, а мне теперь надо выяснить, с какого этажа эта лавка, из какого коридора. Работа у меня такая, понимаешь? Выяснять, из какого коридора какая лавка. Да откуда я знаю, кто ее сюда приволок? Она тут 100 лет стоит. 100 лет? А я 100 лет назад не был запуск, а вот час мне с этим разбираться, понимаешь? Хорошая работка у тебя, Чижов. Фух, как мне достало уже этим вот завхозом. Я не могу, реально, не могу. Ну, хочешь, сачка попей? Давай. Как там Лиза? Как поживает? Давно ее не видел. Нормально поживает. Болеет. А что-то серьезное? Да нет, простуда. Слушай, я тебя очень прошу, не надо мне задавать вопросов про Лизу, хорошо? Ну, извини, я не знал, что так будешь реагировать. Да я нормально реагирую. Ну да, я ревнивый, что? Не, просто не надо вот этих вопросов мне задавать, прошу тебя, не надо, на будущее. Что у тебя сок-то разбавленный, что ли, а? Да сам ты разбавленный. Да пошел ты. Ребята, давайте, поживее, поживее. Пора работать уже. Итак, столько времени потеряли в этих пробках. Надо было раньше выезжать. Зоя Захаровна, мы все успеем. Ребят, мы переодеваемся, проходим в дом и в поле. Всем слышно? Да. Да. Олеся, давай я тебе помогу. Да не надо, спасибо. Нет, я все-таки помогу. Слушай, спасибо. А когда обед, а? Я бы уже перекусил бы. Перекусишь вечером? Зинка, ну ты где там? Да иду я. Давай. Марин, давай, помогу. Спасибо. А можно его на пару слов? Я с тобой слежу, понял меня? Ты меня понял? Ничего смешного. Привет, Ленка. Привет. Встань со стула. Зачем? Ну, мало ли, может, тебе не тот стул. В смысле не тот стул? Встань, пожалуйста, я посмотрю и пойду. Хорошо, Лена. Подожди, пожалуйста. Лена. Ну, подожди секундочку, ну. Ленка, давай, вставай. А? Ну, мне, подожди, нет, господи, да, господи слово, боже мой, ну чужой. Давай, давай, давай. Ну что? Ну вот, МК. Ну и что, МК? То, что этот стул из медицинского кабинета, понимаешь? Чижов, я на этом стуле второй год сижу. Ленка, во второй год уже в медицинском кабинете разыскивают. Все, я пошел. Так, а ну-ка отдай мне мой стул, Чижов, это мой стул. Лен, мне надо этот стул отнести на я место. Я не отдам тебе, ты с ума сошел, что ли, ну, Чижов? Да, Ленка, да, я сошел с ума. Потому что я не могу уже, понимаешь, этим завхозом работать. Не могу, я хочу в телестудию обратно. Сегодня я эти стулья проверяю, вчера трубы проверял. Там тоже все менять надо, я не знаю, что завтра будет. Ленка. Как ты думаешь, меня Борман возьмет обратно в телестудию, а? А дочку свою куда денет? Ты что, это дочка? Это дочка, она нормально звук не может записать. Она ничего не понимает техники. А вот это, Чижов, ты зря сказал. Нормально я звук пишу, понял? Дим, что ты орешь, она видит все. Да она и видео нормально записать не может. В общем, я пошел к Борману проситься обратно в телестудию. А ты, если что, поддержи друга, хорошо? Хорошо, подержу. Так, ребята, ребята, давайте не халтурьте. Нам до обеда еще целую полосу пройти надо. Ой, Людмила Викторовна, вы только не беспокойтесь насчет Чернова. За ним присматривают. Знаете, с его появлением на ваши плечи такая обуза легла. Ну и на мои, конечно, тоже. Зоя Захаровна, а мне кажется, что Игорь очень хороший мальчик. У вас все хорошие, Людмила Викторовна. Ну, все хорошие. И Сотник хороший. Кстати, где он? Почему он не поехал? Он болен. Да? У него что-то со спиной. Ну что, ну он не может человек нагибаться, копать не может. Ага, я заметила, что копать он не может. Уроки он прогуливает. Вообще ведет себя вызывающе. Ну, конечно, у него же папа-то какой, да? Необыкновенный.
необычный, или, как они сейчас говорят, суперзвезда. Зоя Захаровна, да при чем здесь его отец? Вам кажется? Мне ничего не кажется. Просто вы ему покровительствуете. Я? С чего вы взяли? Ничего подобного. Андрей... Андрей очень хороший, он положительный молодой человек. Не замечала. Олеся? Mm-hmm. Так ты рассталась с Андреем? Я что-то не пойму. А что? Просто интересно. Ну ты же не просто так спрашиваешь? Да, не просто так. Ну а зачем тогда? Ты мне нравишься. Волнуется, да? Угу, волнуется. Слав, давай так, мы с тобой в дружеских отношениях, не более того. Да я, в принципе, ни на что и не претендую. Ладно, я пойду. Давай. Борис Максимович, ну не хочет Катя работать. Она сама говорила мне, она не хочет работать в телестудии. Ну зачем мы... Тебе говорила? Мне ничего не говорила. Давайте приведем ее сюда, она и вам скажет. Но она не рубит в этой телевизионной технике. Сложно ей, понимаете? Это понятно. Ну, за... Вот ты ей и помоги. Нет, я помогу, конечно, но к чему эти трудности? Давайте я обратно в телестудию, а Катя учится в институте, ну... Так, Чижов, послушай меня внимательно. Значит так, Катя учится на вечернем отделении, правильно? Так, значит, днем она должна где-то работать. Это первое. Ну, пускай... Во-вторых, я тебя убрал из телестудии не просто так. Я не забыл то, что ты мне устроил в прошлом году с этим своим телешоу. И то, что я тебя взял в этом году на завхоза, я сделал тебе огромное одолжение. Ты даже не представляешь, что я выслушал по этому поводу от Зои Захаровны. Вообще, если ты не хочешь работать завхозом, совсем не хочешь, да? Я не хочу, я вам и говорю, да? Замечательно. Вот пиши мне заявление об уходе, я подпишу и... Hasta la vista, baby. Нет, ну что так жестко-то? Я же Кате пришел помочь, сказать, что она не справляется. Давайте найдем ей другую работу, тоже в школе, но другую. Просто пускай в завхоз идет. Давайте она будет. Не, ну вообще нормально. Я устал от этого разговора. Все останется, как я сказал, ясно? Нет, ну... Подожди. Пока, по крайней мере. Если уж она совсем не справится со своими обязанностями, тогда мы, может быть, вернемся к этому разговору. А сейчас иди и помогай ей. Давай, иди. Хорошо, я тогда пойду и помогу ей. Помогу. Зачем было вообще приезжать? Как зачем? Отдыхать. Ага, на свежий воздух. А мы тут мучаемся. Ай! Что такое? Я ноготь сломала. Ты кто ж с такими ногтями работает? Новенькая! Может, поможешь? Что? Попить принеси. Да ладно, девчонки, давайте я принесу. А она что будет делать? Небом любоваться, да? Вот именно, зачем было вообще приезжать? Девчонки, ну хватит вам. Марин, не обращай внимания. Так воду нести или нет? Не надо ничего нести, я сам принесу. Вам вода нужна? Да не надо уже. Привет, Анна. Здорово. Предлагаю чейндж. Давай-ка ты завхоз, а я обратно в телестудию. Как тебе? Чижов, ты что? На тебя так пересчет стульев подействовал, да? Ладно, ты же мне сама говорила, тебе тут скучно, что тебе нужно какое-то нормальное занятие. Между прочим, завхоз — это не только пересчет стульев, очень творческая работа. Да, в твоих руках судьба школы. Какая мебель в ней будет стоять, какая сантехника, в конце концов, там... Чижов, хватит мне пургу гнать, а? Мне здесь нравится, и меняться с тобой я не собираюсь, понятно? Ты же не понимаешь тут ничего, Ворона. Ты я не соображаешь. Понимаю. Ну,
Не, ну тогда хорошо, скажи мне, для чего вот эта кнопка, а? Если такая умная. Вот. Чижов, ты что сделал? Вот. Вот тебе и что сделал. Если ты не знаешь, как со всем этим добром обращаться, ты спалишь его просто и все, а потом мне как завхозу разбираться. А давай-ка, кстати, тебя еще потестируем немножечко. Что ты еще тут не знаешь? Чижов, давай вали отсюда, считай свои стулья. Поговорили. Поговорили. Значит, это стоп-кадр. Запишем. Не бегу я, значит, на соревнованиях. Смотрю, слева меня негр какой-то обгоняет. Где-то я это уже слышала. Я не рассказывал еще. Ну, здрасте. Опа, сотник. Как урожай? Сотник, ты же болеешь. Ты откуда взялся здесь? А выздоровел я. Опа, чемодан, колбаска, сырок, огурчики, красота. А кто не работает, тот не ест. Сотник, ты вообще обалдел. Где твоя справка? Кушай, детка, кушай. Какая справка? Я так понимаю, помощь детдомовцам — личное дело каждого. Я вон помощничка вам привез. Его зовут Чемодан. Вася. А у нас все едят по спискам. Ты в списках есть? Больше картошки соберем, больше еды будет. Тебе еще раз здрасте. О, Марина, можно тебя на секундочку? Нельзя. Ты не выступай тут. Идите, если вам надо. Пойдем, пойдем. Ну и дела. Что это он здесь делает-то вообще? Я что-то не совсем поняла. Слушай, я просто не знаю, с чего начать. Ты как только в школу пришла, ты мне сразу безумно понравилась. Просто тогда я был с Олесей. Не говори чушь, ладно? Это не чушь. Я сразу заметил, что ты особенная какая-то, ты другая, ты не такая, как все, понимаешь? Я тебя подкалывал там, всячески задевал. Это просто только потому, что я тебя ревновал. Ты тогда была с этим зэком. Он не зэк. Ну, бывший зэк, какая разница? Главное, что он тебя недостоин. Я, кажется, поняла, ты сейчас просто поссорился с Олесей. Нет, нет, мы не поссорились, мы расстались. Из-за тебя. У меня вообще сейчас все из-за тебя, понимаешь, происходит в жизни, все. Я спать не могу из-за тебя, есть не могу из-за тебя. Я ведь ничего особо не прошу. Ну, подожди, что я могу сделать? Просто быть со мной. Просто, чтобы я мог с тобой общаться. Все нормально, Марин? Чернов, я не понял, я что, с тобой бегать должен, что ли? Да, Игорь, все нормально. Ты уверена? Да. Пойдем. Давай прогуляемся. Ну... Просто прогуляемся. Это ведь ни к чему не обязывает. Ну, пойдем. Что они там делают? Далишка, успокойся. Не могу понять, что можно так долго там делать. Ну, что-то решают. Мне уже полчаса что-то решают. Присаживайся. Хочешь что-нибудь? Я жутко голодный. Нет, спасибо. И где вы были? Какая тебе разница? Ведь понятно, где парень с девкой могли быть. Марин, можно тебя на минуточку? Марин, а что это значит? Ты о чем? Стоило мне поссориться с Сотником, и ты на него уже глаз положила? Что вы там так долго делали? Разговаривали. Если ты не заметил, он ко мне первый подошел. Да мне плевать. Если это еще раз повторится, пеняй на себя. Ты мне угрожаешь, да? Хорошая девочка вроде бы. Олесь, а что ты на Марину наезжаешь, а? Иди к своим буфетчикам. Слушай, ты! Давай, давай, дуй. Еще наезжает. С тобой все в порядке? Да. Сейчас поедешь. Последнюю электричку успею. Олеся, это глупо. Переночуешь и завтра нет. Поедешь. Ну, Олеся! А куда она собралась? Да в город. Нервы сдали. Так ведь поздно уже. Ну, сотник, блин. Понятно. Надо сумку сходить.
часом в час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит в первый раз. А может, просто повторяется. Сегодня первая любовь столкнулась первый раз.